Учащихся 9-11 классов школ Днепропетровской области приглашают принять участие в международном турнире по финансовой грамотности. Он будет проходить в форме дебатов. В командах по 4-5 участников, которые будут вести научную дискуссию на тему финансов. Во время дебатов учащиеся продемонстрируют умение рационально мыслить, решать сложные проблемы и доказывать свое мнение. Приобретут навыки докладчиков, оппонентов и рецензентов. Также они должны быть готовы дебатировать на английском. Регистрация команд продлится до 25 марта. Победители отборочного тура будут представлять Украину на финальных соревнованиях международного турнира 2016.